Нередко к нам заходил и композитор, пианист Сергей Ростиславович Зубковский. Прекрасный человек, с изысканными манерами, приветливый, доброжелательный. Он нередко выступал на наших литературных вечерах и исполнял песни на стихи владимирских поэтов, читал сочиненные им дружеские эпиграммы на наших авторов. И мы всегда вспоминаем Сергея Ростиславича с сердечной теплотой и благодарностью. И мне очень радостно, что жена Сергея Ростиславича, Мария Леонидовна, согласилась сегодня принять участие в нашем мероприятии и исполнить для нас произведение музыкальное Сергея Зубковского. Мария Леонидовна, прошу вас. Дорогие друзья, здравствуйте. Мне очень приятно присутствовать на вашем собрании. Дело в том, что, мне кажется, Сергей Ростиславович тоже немножко относится к вашей организации, потому что он тоже любил стихи писать, любил прозу. У него есть несколько прозаических произведений, которые мы издали. Вот. И он себя ведь не считал профессиональным композитором. Вы его, наверное, знаете как композитора профессионального. Он этого сам не считал, потому что он был композитор-любитель, как он себя называл. Ему предлагали в консерваторию поступить в Горьковскую и учиться там получить диплом. Но для того, чтобы получить диплом композитора, нужно было написать или оперу, или балет, или симфонию. А он был мастер миниатюры. Вот он во всем. У него и стихи такие миниатюрные. Вот он закладывал в сюжет вот буквально какую-то вот яркую такую, и смог это показывать не только в музыке, но и в стихах, и в прозе. Вот. Еще мне хочется сказать, что настолько он был многогранный человек во всем, и в литературе, и в стихах особенно он любил. Он столько мне стихов посвятил, очень много. Вот, буквально вот не очень давно у нас был в гостях Виктор Трофимович Малыгин, и они пикировали стихами, потому что Виктор Трофимович тоже очень любит сочинять стихи, такие короткие. Вот мне было очень интересно наблюдать, кто кого. Ну, по-моему, была ничья. Вот, и вы, наверное, когда были на концертах Сергея Ростиславовича, заметили, что у него музыка очень такая светлая, жизнерадостная. Но сегодня я вот хочу вам показать совершенно другое произведение. Когда мы разбирали архив, вот после ухода Сергея Ростиславовича с сыном Игорем, мы нашли это произведение, которое совершенно не похоже на все остальное. Вот, может быть, оно даже какое-то философское начало несет. Называется оно «Монолог». Вот сейчас я его вам сыграю. Это будет первое исполнение.